Во второй половине дня на заседании Международного научного совета подвели итоги. Участники обсудили развитие университета за 3 года нахождения в проекте 5.100, а также 3 основных направления стратегического развития ЮРГУ – цифровая индустрия, метеороловедение и экология. Все члены совета приняли активное участие в дискуссии. Мы, наверное, больше 10 предложений выработали по улучшению нашей деятельности в течение вот этого первого дня. Мы их зафиксировали, и я думаю, что мы обсудим это после окончания нашего совета на расширенном заседании ученого совета нашего университета. Всем членам Международного научного совета понравилось, как университет работает, что у нас везде есть результаты, что мы хотим, что мы собираемся двигаться вперед, что мы собираемся двигаться вперед достаточно быстро. По словам ректора ЮРГУ Александра Шестакова, наш университет обязан быть первым в России по цифровой индустрии. Придерживаться идеологии и результатов деятельности в цифровой индустрии нашему университету помогает компания Emerson. Создание новой техники для вуза возможно благодаря центру компании Siemens в ЮРГУ. Также в планах университета сконцентрировать свое внимание на направлении экология. Подробнее смотрите в следующих выпусках.